Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Сергей Инслайдер, и я рад вас приветствовать на своем музыкальном канале. Ну что ж, не успел я выложить реакцию на новую песню Дианы Анкудиновой и Брэндона Стоуна, которая называется «В унисон». Сразу же в комментариях пишут, что есть еще вторая английская версия, почему вы не взяли ее, она лучше. Ну, ребят, потому что у меня с Москвой разница 8 часов, и на тот момент, когда я записывал реакцию, именно на тот момент, когда я начал ее писать, было ровно 4 часа с момента, как произошла премьера этой песни на канале у Брэндона Стоуна. И, соответственно, что я ушел спать, и поэтому версии на английском языке я не увидел. Я ее застал именно когда проснулся уже на следующий день. И уж там кучу комментариев прочитал, что вот послушайте английскую версию, быстрее, она там лучше всех. Естественно, я не могу вас оставить без этой реакции, поэтому сейчас мы будем с вами слушать и смотреть клип на песню «Side by Side» от Дианы Анкудиновой и Брэндона Стоуна. Поэтому усаживайтесь поудобнее, разворачивайте видео на полный экран, нажимайте вместе со мной кнопочку play, а мы начинаем. Погнали! Так, ну что ж, поехали. Ну, мелодия такая же. Tell me again how much I mean for you. The reason why my dreams came true. Look at me and tell me what you see. Be honest now to me and feel. Can we broken, can we breathe again? If the soul is frozen, see the stars are shining down on us. They can tell the story of our lives. Can we love again? Forever side by side. Отлично. Side by side. Я снова удивился этому. Story of love. Can we love again?
Отлично. Итак, по вашим многочисленным просьбам, я послушал песню, которая называется «Side by Side», то есть это «Бок о бок». Ее русская версия называется «В унисон». Многие в комментариях писали, что это совсем другая песня. Я не особо знаю в совершенстве английский язык, но, в принципе, посыл песни и смысл песни был такой же, как и на русском языке, только называется по-другому. Там они называются песня «В унисон», здесь «Бок о бок». Но, в принципе, смысл песни один и тот же. Да, с большинством слушателей я соглашусь, что песня звучит красивее. Да, я согласен, на английском языке песни звучат красивее, и немногие знают, о чем она поется, но в данном случае мы уже знаем, о чем здесь, собственно, нам поют, потому что мы слушали песню на русском языке, и сейчас мы с вами прослушали на английском. Обе песни хороши, в принципе, это одна и та же песня, только звучит на разных языках. Сейчас данную песню я прослушал будто бы в первый раз. Я опять удивился в том же самом месте, где Брэндон Стоун начал переходить на верхние ноты, я такой... Я до сих пор не могу поверить в то, что Брэндон поет, хотя мне скидывают ссылки на его авторские песни. Но до того момента, пока я не послушал два этих шедевра, я не знал, что Брэндон поет, и я нахожусь в шоке. Но я обязательно посмотрю все те видео, все те песни послушаю, которые вы мне кидаете в рекомендации, в комментариях. Обязательно послушаю, и я уверен, что я многое потерял. По сравнению с предыдущей реакцией на песню «В унисон», мне, в принципе, добавить нечего. Это великолепный дуэт, очень красивая вокальная партия, очень красиво разбросано все, особенно двуголосие. Это что-то просто невероятное. Красивая музыка, красивая мелодика. И просто два невероятно талантливых человека слились в один унисон, в одной песне, исполнили все это красиво, шикарно и великолепно. Мне песня понравилась на 100% как на русском языке, так и на английском. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы мне рекомендуете вот такие вот великолепные произведения. И я могу вместе с вами наслаждаться красивой, качественной и отличной музыкой. Если вам понравилось данное видео и вы хотите со мной посмотреть что-то еще или послушать какую-либо песню, обязательно оставляйте ссылки в комментариях. Я все комментарии читаю и на все комментарии отвечаю. Также ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий на нашем канале. С вами был Сергей Инслайдер. До новых встреч. Пока-пока.